Че называешь? Ёб твою мать, блядь! А я при чем? Для того, чтобы разобрать балкон, вам нужен мотиватор, вам нужен просто помощник. Вы можете сказать человеку, он к вам приедет, этот человек будет проверен. Да, ерунда какая-то. Это не ерунда какая-то, называется сервис личных помощников. Твою мать! Шаг, сука, ну он что, дебил, что ли, блядь, совсем, а? Охуительно. Thank you.
Ой-ой-ой-ой-ой! На перекрестке веков. Ебать! Вовремя мы остановились. Первый удар по навыку вы проснули. Имеются противопоказания перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Банковая. Ты придурок? Че, хочешь поговорить? Уходи в сторону! Все, хана. Вот это кадры! Тут даже речь идет не столько о том, что прямо уж совсем меньше парковаться стали, а в том, что значительно увеличилась степень контроля порядка. То есть если раньше машины стояли там 2-3 ряда, то сейчас это уже в центре города, по крайней мере, в центральных зонах платной парковки, это значительно меньше происходит. С тех пор, как у нас во дворе нарисовали линеечки, что как-то более системно стоит. Хотя...